Всем подписчикам привет! Показываю одно устройство, которое необходимо иметь каждому при центральном отоплении. 53 – это температура моего радиатора, чугунного радиатора МС-140-го, 53,7 – это температура поверху. Температура по низу его, видите, 46. 45 градусов. Это температура обратки. Вот эти 10 градусов я забираю из радиатора. У меня есть видео, в котором предварительно я показывал, за счет чего я циркуляцию увеличил. То есть при такой дельте я добиваюсь достаточно теплого помещения у себя в комнате. Это устройство для промывки радиатора и для спускания воздуха, больших потоков воздуха, которые могут содержаться в радиаторе. Это кран на три четверти, имеющий ручку поворотную, который вкручен в пробку, нижнюю пробку радиатора, чугунного радиатора, и через который я вымываю весь шлам, который собирается по низу радиатора. Он содержится в теплоносителе и периодически забивает, прекращая циркуляцию. Для промывки у меня радиатор оборудован двумя кранами на подаче и на обратке. Я закрываю кран подачи, оставляя открытым кран обратки, и пропускаю через этот радиатор, через низ, не более 2 ведер воды. Каким образом? Я открываю поток, слышите, даже воздух бурлит. Вот сейчас воздух удален. И закрываю его потом. Для промывки достаточно пару ведер воды. Вначале идет абсолютно черная вода, собирается в этом радиаторе, который мешает циркуляции. Что из себя представляет это устройство? Это кран на три четверти, в который вкручена гибкая подводка стандартная, длиной 60 сантиметров. Папа-мама. А кран этот я могу прикрутить к любому другому радиатору. У меня их два. Вверху радиатора стоит обычный кран Маевского ручной, через который можно тоже удалять воздух. Вот такое вот нехитрое устройство, которое обошлось мне, ну, где-то в 300 рублей, и которое служит, чтобы дети, балуясь, не повернули ручку крана. Нужно ее потом, если оставляете его, откручивать гайку и снимать эту ручку. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, если я кому помог.